Дорогие друзья, сегодня у нас есть уникальная возможность рассказать вам об одном из наиболее интересных колледжей Республики Крым, который включает в себя определенное количество творческих специальностей. Это строительство, это специальность архитектура, дизайн, садово-парковое ландшафтное строительство, а также крайне необходимая для Крыма специальность – монтаж и оборудование систем газового хозяйства. Вы можете поступить без экзаменов в наш колледж, без сдачи в этом году творческого экзамена, после того, как было принято решение в Крымском федеральном университете в связи с тем, что определенный год и сложности, связанные с коронавирусом и дистанционным обучением. Тем не менее, мы увидим из вас лучших, мы увидим ваши средние баллы аттестатов и с радостью будем встречать вас в стенах нашего колледжа. Колледж Бахчисарайский архитектуры, строительства и дизайна представляет собой достаточно мощный современный комплекс, состоящий из двух зданий учебного, учебно-бытового корпусов. Имеется большой спортивный зал, где вы можете заниматься спортом. Имеются прекрасные условия для повышения своего творческого потенциала. Это лаборатории дизайна, архитектуры. В колледже достаточно большая озелененная территория, где вы с удовольствием можете проводить свое свободное время и получать удовлетворение от тех ландшафтных памятников, от тех комплексов, которые созданы на территории нашего колледжа. В колледже достаточно серьезный потенциал преподавательских кадров. Если говорить о бытовых условиях, то у нас имеется прекрасное общежитие, которое было отремонтировано силами наших студентов. Имеются прекрасные аудитории, которые также рекреации, которые также отремонтированы силами студентов. Прекрасный медицинский кабинет. Я думаю, что если вы выберете для поступления наш колледж, то вы не ошибетесь, приобретя прекрасные специальности, по которым в дальнейшем вы можете продолжать обучение в Крымском федеральном университете. И в дальнейшем, благодаря тому, что вы получите хорошие специальности, вы можете легко трудоустроиться в Республике Крым и не только, а за пределами Республики Крым, так как и строители, и газовики, и ландшафтники сегодня являются достаточно приоритетными специальностями, и данные специальности востребованы на рынке труда.